перед началом этого ролика, дорогой друг, не поставь большой пальчик вверх под этим видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик. Новой версии Террария нам нужен новый сид, потому что старые сиды больше не работают. Также не забываем, что если вы не ставите большой пачку вверх под этим видео, лунный лорд появляется у вас в доме, жрет всю еду и исчезает в воздухе. Понятно? Понятно. Ставим лайки. Погнали. Шаг первый. Копируем сид, который мы найдем в описании под видео. Создаем новый мир. Находим раздел сида, нажимаем левой кнопкой мышки и вставляем эти цифры. Нажимаем добавить, применить. Вы можете выбрать любую сложность, какую хотите. Запускаем. Все, заходим в этот новый мир, и я напомню, ребятки, что на старые сиды и старые видео, на старые версии Террарии не работают на свежих версиях Террарии. Так что всегда спроверяйте ту версию Террарии, которая указана в заголовке видео, и ту версию Террарии, которая есть у вас. Вы можете узнать вашу версию терки всегда в левом нижнем углу, в главном меню. Запомнили? Запомнили. Просто понять. Окей, теперь, после того, как заспавнились в мире, просто тупо идете налево, пока не увидите большое красивое озеро. Вот оно, большое красивое озеро. Вот оно, я здесь появился, все время бежал налево. После этого становимся на левый берег озера и аккуратно копаем вниз, потому что здесь это очень близко находится к поверхности. Бум, шакалака. Это называется какое-то там святилище какого-то зачарованного меча. Теперь, обратите внимание на меч. Его нужно просто взломать любой дрелью, молотом, киркой. Ломаем. У вас обычно будет выпадать зачарованный меч. Очень небольшим шансом, там что-то 1 или 2%. Вместо зачарованного меча вы можете получить террагрим. А тоже важный меч, не помню для чего. А вообще, зачарованный меч — это идеальный вариант для начала игры. То есть, на ура убивает каких-то простеньких монстриков, не напрягаете. Плюс еще умеет стрелять всякими штучками. Как в том анекдоте. Это не просто меч, а меч... Ладно, не будем рассказывать 3 часа ночи. Забавный анекдот. Не забывайте подписаться на наш телеграм, потому что YouTube приходит и уходит. Особенно если вы в России, тут сами знаете санкции. Северная Корея. Скоро будем завидовать Северной Корее по количеству санкций. Я так чувствую, скучно не будет, особенно в следующем году. Так что записывайтесь в Телеграм. Телеграм останется с нами, как говорится, надолго. Благодарю за просмотр, за подписку, лайки, до встречи.